Новый игрок и новая форма. Футбольный клуб «Шахтер» презентовал сюрпризы своим болельщикам на открытой тренировке, попасть на которую могли все желающие. На поле Донбасс-арены вышел новичок Марко Девич. Футболист уже успел забить гол в матче первого тура. Как его встретили фаны и как оценили новую форму «Горняков», знает Виктория Чистюхина. Горняков зрители приветствуют бурными овациями. Вход на открытую тренировку свободный. Увидеть своих кумиров на поле собралось около 5000 болельщиков. Белая широкой оранжевой полосой. Перед тренировкой команда презентует новую выездную форму под хит от Джо Кокера. Перед разминкой игроки «Шахтера» приветствуют зрителей 11 мячами с автографами команды. На трибуны передают их по-футбольному. За кругом почета наблюдают президент клуба Ринат Ахметов и мистер Луческо. Накануне главный тренер торжественно вручил футболку с номером 18 новому игроку команды – экс-форварду «Металлиста» Марко Девичу. Журналиста Марко признался, над решением играть в «Шахтере» долго не раздумывал. Очень быстро, очень, как бы узнал, что интерес есть, даже в течение дня договорились и сразу заключили контракт. Когда мы узнали, что «Динамо» хочет приобрести этого игрока и воспользоваться этим пунктом, мы сразу сказали, что и мы готовы, а пусть Девич выберет, какой клуб он пойдет, «Шахтер» или «Динамо». Он сказал... Я очень всегда хотел быть в «Шахтере», поэтому как результат он здесь. После тренировки зрители могли взять автографы у игроков. А за подписью президента клуба Рината Ахметова болельщики даже выстроились в очередь. Виктория Чистюхина, Виктор Соколов и Евгений Якунин. Телеканал «Донбасс».